Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И в этом видео я хочу показать вам, как связать вот такой красивый узор, который можно использовать в вашем изделии как основной, а также в качестве резинки. Если вы добавите в свое изделие вот такую резинку, ажурную, красивую, хорошо держащую форму, эта резинка будет изюминкой вашего изделия. Итак, давайте начнем. Вяжется она очень просто. С одной стороны, она похожа на косички, но на самом деле здесь нет никаких перекрещиваний. Поэтому такой узор подойдет даже для самых начинающих вязальщиц. Для того, чтобы связать такой узор, вам необходимо набрать петли кратно 4, то есть раппорт узора у нас составляет 4 петли, плюс 2 петли для симметрии и плюс 2 петли кромочных. Все, представьте, что у меня вот этого узора нету, а просто набраны петли. Итак, начинаем. Первую петлю мы снимаем, это у нас кромочная петля. Далее вяжем 2 изнаночных петли. Следующая петля будет лицевая. Сделали накид, вот так ниточку назад, снова лицевая. Это и есть наш раппорт. Повторяем: 2 изнаночных, лицевая, накид, лицевая. Так мы провязываем первый ряд до конца, чередуя 2 изнаночных, лицевая, накид, лицевая. Провязали этот ряд до конца. Разворачиваем вязание, вяжем изнаночный ряд. Здесь еще проще. Мы вяжем этот ряд по рисунку. 2 лицевых, 3 изнаночных. То есть накид, который мы сделали между лицевыми петлями, провязывается в этом ряду изнаночной петлей. Далее продолжаем повторять раппорт до конца ряда. 2 лицевых, 3 изнаночных петли. Провязали этот ряд до конца, разворачиваем вязание. Следующий, третий ряд. Кромочную снимаем. Далее у нас идут 2 изнаночных петли и 3 лицевых. Мы их провязываем. И теперь смотрите, что нужно сделать. Первую из этих трех петель подхватываем левой спицей и перекидываем через 2 следующих лицевые петли. У нас получилась вот такая протяжечка. Все. Далее повторяем раппорт. 2 изнаночных, 3 лицевых. Первую из них перекинули через 2 следующих. И еще раз покажу. 2 изнаночных, 3 лицевых. И первую перекинули через 2 следующих. Все, вяжем так до конца ряда. Если вам понравился этот узор, не забывайте добавить видео к себе, поставить лайки, написать комментарии и, конечно же, подписаться на канал. Довязали третий ряд до конца, разворачиваем вязание. В четвертом ряду вяжем все по узору. То есть первая у нас кромочная, мы ее снимаем. Далее идут 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Чередуем так до конца ряда. И далее мы продолжаем вязать, чередуя вот эти 4 ряда. Вот такой узор у нас получается. Я надеюсь, что вы найдете применение ему в своих изделиях. А я буду дальше искать для вас интересные узоры, показывать, как они вяжутся. Так что нажимайте на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить новые уроки. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!